Здравствуйте всем. Мне очень нравится биткоин технология, нравится блокчейн технология, и как оказалось, она нравится сейчас правительству и крупным финансовым структурам. Вот. Но в том виде, в котором она существует, они не хотят брать. Дело в том, что биткоин – это хаотическая система, ее невозможно контролировать, она очень свободная система. Вот. Поэтому я изобретаю идеи, которые позволят применить эту технологию на уровне государственных всяких институтов или больших финансовых институтов. Вот. Система называется Deng7.0, сайт germ.cash. Здесь я хочу найти инвесторов и программистов, которым было бы интересно заняться такой системой глобальной. Все. Спасибо. Николай Бадулин, фундаментальная оценка бизнеса.